Чтобы вы поняли, у них есть цель залезть в теплицу. И уткнулись, как видите, вот в такие песчаные кучи. И знак: движение запрещено. Друзья, акация вообще очень твердое дерево. Воспитывает. Всем приветики. Вот такой у нас разлив. Мы хотели проехать в районный центр через соседний хутор и уткнулись, как видите, вот в такие песчаные кучи. И знак: движение запрещено. Друзья, разлив. Разлив реки Иловля. Мы теперь поедем в объезд по федеральной трассе. Здесь у нас вот такой хутор, смотрите, за руками. Видите, но туда вода еще пока не подобралась. Хотя на самом деле вот эти дома, которые вы видите сзади, за мной, их затапливает. Их затапливает, и сюда маршрутки не ходят. Так что вот, всех поздравляю с весной. Я рада разливу. Но не то, что мне, конечно, я сочувствую тем людям, которые в зоне затопления попали. Но вы знаете, у нас несколько лет уже не разливались реки, у нас все пересохло. Речки обмелели, пруд, который за нашим хутором, он вообще остался лужиться. Просто лужиться. И, конечно, я рада. Я рада, что в этом году влаги достаточно. Это на самом деле неплохо. Так обычно всегда и было. Так что вот, движение запрещено, и мы поедем в объезд покупать мотокультиватор и тройнички, чтобы хорошо подключить мою сыроварню. В магазинчике чего только нет. Надо нам тройнички сейчас посмотреть, но на кассе никого нет. Я решила вас проводить по магазинчику. Ой, и товар навезли. Всякого разного. Смотрите, какие смесители. Они еще и гибкие, наверное. Да. Гибкие смесители очень удобно. У меня в кухне гибкий, но он уже ему 150 лет. Вот по типу такого. 3700 он стоит сейчас. Что, друзья, вот я нахожусь около магазина, и вот стоит мой мотоблок. Его привезли недавно. Сейчас покажу вам поближе. Вот на него я смотрю. 8 лошадиных сил. Стоит он около 50 тысяч. В общем, мне советуют взять его. Такие у него колеса огромные. Здесь есть вот такие два не очень мощных. Вернее, как не очень мощных. Сейчас посмотрим, сколько у них лошадиных сил. Семь. Здесь 7. В принципе, на одну меньше, но здесь... Косилка цепляется напрямую, без ременной передачи. Вот видите, вот здесь с ременной передачей, а вот здесь без. Говорят, что это предпочтительнее. Ну, к примеру, ну даже взять плугом или там этими же фрезами. Вам высоту нужна... чего? От земли к чему? Ну, конечно. Ну, вам нужно, чтобы вес вот здесь был, на фрезы. Правильно? Чтобы они уходили вниз. Ну, правильно, тогда они косилки, получаются спереди. А косилки, наоборот, нужно, чтобы вы легко регулировали высоту. Все, потому что у нас же почва не идеально ровная. Где-то бугорочек, где-то ямка. И чтобы вы легко... А если бы вот так расположение было, и косилка впереди, то это будет тяжело на нагрузку на спину и на плечи. Понимаете? И сколько он весит? Ну, он весит в районе 80 килограмм, не меньше. Как его увозить от вас? Ну, как? Ну, все разбирается, колеса снимаются, вот это снимается, руль тоже снимается. Доедаю свое правильное питание в виде хот-дога с морковкой, с огурцом и с майонезом. Проголодались мы, пока ездили. Вот, нашли коров. У нас, видите, не только разлив там, где я вам показывал, но и вот здесь. Это за хутором и под горой. Ну, то есть, внешние виды наполнили нам вот такой небольшой прудик. И вот здесь вот моя корова вместе с телятами. Видите, прекрасно пасутся. Когда мы уезжали, я в Телеграм показывала, что они там где-то далеко были. Они прекрасно знают, где им можно попить. И за то время, пока мы ездили, они вернулись. Мало того, что вернулись, они вот еще и пошли в камыши. Николай Петрович их собрался выгнать, но нет, он их теперь не догонит. Они перебродят лужу, видите? И хотят пойти напрямую к китайцам. Похоже, что нам это озеро надо объезжать. Смотрите, прям вброд. Ты видела, они вброд пошли. Они вон вброд китайцам. Ну давай быстрее, снимай, стоит, блядь. Муж орет, говорит, что ты, говорит, снимаешь.
объезжать надо, перехватывать их. Вы поняли, у них есть цель залезть в теплицу. Коровы прекрасно знают, куда идти. Вот целая вереница. Теперь их нужно как-то так выгнать, чтобы они через эту речку, через это озеро назад не пошли. Они вполне могут пойти, стать там на середине, среди камышей, но и стоять они прекрасно знают, что человек до них не доберется. Коровы на самом деле очень умные. Когда говорят тупое, жвачное животное, ну да, человеку, наверное, приятно так считать, что корова тупое и жвачное. Может быть, так она и есть с нашей точки зрения. Но у коров всегда есть в голове точная цель, что им надо и куда они идут. Вот они, китайцы, вот за сеткой. Вот сюда коровам и надо. И одна штука осталась вот за теми большими камышами, она там теленка кормит. Она не пошла через воду, но она потом присоединится. Корова же все-таки стадное животное и ходит всегда вместе. Вот видите, теленок черный скачет. Это они соединились вместе с основным стадом. Вон идет та корова, про которую я вам говорила. Ну вот так в общем и целом мы живем. Сейчас, когда приедем домой, я вам покажу, где я провожу свое свободное время и где беру идеи для своих видео и вообще идеи для жизни, чему я учусь и с какими людьми общаюсь. Сейчас, когда мы приедем домой, я вам сделаю снимок с экрана, покажу компанию, с которой я сейчас вожусь. Кстати, вот вместе с мотоблоком я купила усиленный секатор. Можем испытать его в работе. Друзья, акация вообще очень твердое дерево. Так, Николай Петрович там воспитывает. Это его корова, которую он терпеть не может. Серая. Он все время говорит, что это моя корова. Ну, потому что она противная. Он с ней не дружит. Коль, ты же мышку не любишь? Мышку не любишь? Да. Слышишь, тварь убил бы. Да, это же она всех увела. Она увела все стадо в это болото. Говорит, тебе ее подсунули. Опс, вот это да. Смотри, ее белая как бы донула. Смотри. Просто ни с чего, представляете? Подошла и свалила ее, то аж упала. Я что-то такого не видала. Совсем ошалела белая корова. А Николай Петрович счастлив, говорит, даже свои ее бодают. Вот так и живем. Я вам обещала сейчас приехать и показать, где я сейчас провожу свое свободное время. Ну, потерпите еще немного, и я вам расскажу поподробнее о школе 50+. Где вы за абонентскую плату, ну это я так в переводе говорю, будете иметь доступ к таким материалам, которые вы будете изучать реально несколько лет. Очень большой там, большой пласт заложен всяких материалов, которые можно учить. Всем привет, друзья! Я от вас сижу внизу, посмотрите вниз справа, вот здесь я. Всем привет! Хочу показать вам, я обещала. Смотрите, это закрытый клуб 50+. Сообщество зрелых людей. Посмотрите, сколько здесь информации. И кроме того, здесь очень много, как вам сказать, здесь очень много пользователей. Здесь очень много пользователей, которые получают здесь, кто профессии получает, кто просто общается, кто повышает свои какие-то знания. Ну вот смотрите, я просто хочу рассказать вам, что же здесь
такого интересного и почему я в последнее время провожу здесь много времени. Здесь собрано очень много информации за несколько лет. Даже подходит этот клуб тем, ну, кто только что пришел в интернет и кто вообще не знает, как пользоваться телефоном, компьютером, вообще ничем. Вот, например, смотрите, 8 уроков здесь рассказывают о том, как в интернете можно заработать. Я вам про это говорю постоянно. Вот здесь коллекция интенсивов и мастер-классов. Давайте зайдем, посмотрим. 189 уроков. Основа компьютерной грамотности, программное обеспечение. 38 уроков. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот скайп. Как пользоваться скайпом, видите? Вот, пожалуйста, я вам открыла. Дальше, что у нас здесь еще есть? Основа компьютерной грамотности. Ну-ка сейчас. Так, друзья, смотрите, Google аккаунт, Google документы, ВКонтакте, Telegram, то есть как пользоваться вот этими всеми приложениями. Zoom, LightShot, это программа для скринов, вот создание скриншотов на компьютере, конфигурация вашего персонального компьютера, то есть рассказывает о том, что, на чем вы вообще работаете. Вот, пожалуйста, облачное хранение файлов. Ну, знаете, для тех, кто все это знает, может быть, здесь ничего нового как бы не рассказывается, но тем не менее, смотрите, работа с закладками, расширение плагина, с картинками, запись звука, через вебку, скорость работы интернета и его качество, как проверить, судя по всему, текстовый редактор, кстати, вот сюда мне надо зайти, PowerPoint, я, кстати, Point'ом не умею пользоваться так, как нужно, вот, Google таблицы, ну, то есть, как скачать ролик из YouTube, не надо ничего нигде искать, здесь все есть. Как передать или скачать видео в скайпе. Посмотрите, что творится. Вот, то есть, потом вот, пожалуйста, Android. Дальше, что у нас? Это вот 38 уроков. Вы, если являетесь членом клуба, они все для вас доступны. Вот здесь полезные видеокурсы. Давайте посмотрим, что здесь есть у нас. 144 урока. Про что здесь? Вот, пожалуйста, с фотошопом на «ты». Давайте посмотрим, что это. Фотошоп на «ты». Вот видите, нет у меня доступа к данному курсу ввиду того, что вы присоединились к нашему клубу уже после даты его проведения и публикации. Вы можете приобрести этот курс в записи с пожизненным доступом и возможностью оплатить часть стоимости бонусными рублями. Здесь у них есть внутренняя валюта, бонусные рубли, то есть их можно заработать для членов клуба. Давайте посмотрим, как это можно купить. 1500 это стоит, но я так думаю, судя по всему, здесь полное, что-то такое полное собрание. Если бы я была членом клуба, когда все это проводилось, ну, то есть у меня был бы бесплатный доступ. Я поздно пришла. Установка удаления Photoshop. Вот видите, модуль 1. Между прочим, бесплатный Photoshop не так-то просто найти. Ну, понятно, что я туда зайти не могу, да? Что там еще есть? Обработка фотографий, заработок с Photoshop, бонусы тут какие-то еще. Ну, у меня нет доступа, понятно, да? Вот, быстрая печать за 20 минут в день. Пиши грамотно. О, социальные сети. Вот для заработка в интернете. Ну-ка. Что это у нас? Мобильная фотография и обработка фото. Нельзя грамм. ВКонтакте. Одноклассники 20 уроков. Коммуникация в социальных сетях. Давайте посмотрим. Мобильная фотография и обработка фото. Так. Некоторые правила фотосъемки. Ну-ка. 6 уроков. Общие правила. Фотосъемка портретов. Ну, вот, пожалуйста. Вот видите, доступно. Вот здесь целое обучающее занятие, друзья. Друзья, поехали дальше. Смотрите, техники актерского мастерства для развития уверенности и харизмы. 10 уроков. Ой, вау, давайте посмотрим, что там. Избавление от зажимов, мышечный контроль, пластические упражнения, осанка, походы. Ой. Голосовая разминка для развития голоса. Упражнение для постановки голоса на опору. Что это, интересно? Но это тоже доступно. Вот доступно, представляете? Членам клуба. Я же говорю, те люди, у которых, которые являются членами, членство стоит 3000 в месяц. Сейчас телеграм-канал у людей 500 рублей в месяц стоит, а здесь... Как быстро и эффективно закрыть кредиты. Так, давайте посмотрим, что здесь еще есть. О, видеомонтаж с помощью программы Movavi. Это вот как раз, где я вам сейчас записываю. Полезные аудиокасты. Копилка знаний, бонусные материалы. Так, запись клубных встреч с гостями клуба. Ответы на частые вопросы. Так, ладно, хорошо, здесь нам все понятно. Давайте еще посмотрим, что здесь. О, практикум по английскому языку.
интерактивный практикум. Да, здесь два раза в неделю проходят бесплатные уроки, насколько я помню, по английскому языку. Вот следующий интерактивный практикум будет 2 мая, а, друзья, он уже был, 22 года. Вот видите, они постоянно проходят. Смотрите, их сколько здесь. Так они уже тут больше года изучаются, оказывается. Видели? Вот уже сентябрь. Очень интересно. Что тут дальше? ВК-субботник. Эти мастер-классы помогут вам другими глазами увидеть свои ВК-страницы. И вместе с ведущими вебинаров правильно оформить свою страницу так, ваши посты были привлекательны для всех. Так, дальше. Что у нас здесь есть еще интересного? Ну-ка, сейчас посмотрим. Модули, модули, модули. Вот, обучение лучшим интернет-профессиям. То есть здесь очень многие приходят для того, чтобы обучаться интернет-профессиям, но в то же время просто повышать свою грамотность в интернете. Мастер написания текстов, мастер транскрибации, это перевод видео, то есть голосовой формат в текст. Так, опять мастер написал. 27 способов продавать тексты от души, не продавая душу. 9 уроков. Интересно, как тут доступ. Ну, у меня есть доступ, только видите, нужно задание выполнять. Ну, то есть это же обучение, это урок. Здесь нужно делать домашние задания, их проверяют. Как зарабатывать деньги в интернете с помощью написания текстов. Специалист службы заботы о клиентах. Специалист поддержки, куратор обучающих программ, коуч на все 100. Вот, между прочим, интересно. Так, ну это расшифровка. О, менеджер YouTube. Быстрый старт в профессии за 7 дня. Вот, кто такой менеджер? Смотрите. Очень интересно. Между прочим, еще и сертификаты выдают. Они имеют право. Это лицензированная школа. Менеджер вот YouTube канала опять. Специалист колл-центр. Мастер обработки изображений. Так. Мастер контента. Еще нет. Видите, наполнение. Актуальные профессии для YouTube каналов. Ну, кто у нас там? Менеджер и продюсер YouTube каналов. Да, это на самом деле... В общем, вот такие вот вещи. Кроме того, здесь есть чат, где люди между собой общаются. Он создан был недавно. Вот, здесь могут общаться на любые темы, друзья. Ну, то есть, давайте расписание посмотрим, что тут по расписанию. Так, ну так как я, видите, не учусь, получается... Друзья, у меня нет расписания. Я просто здесь как бы присутствую. Ну вот. Вот, очень интересно. Я вам ссылочку оставлю на эту школу. Сходите, посмотрите. Вы время зря не потеряете. И всем пока. Обязательно пройдите по ссылке и поинтересуйтесь. Я вам всегда советую очень полезные вещи. То есть я сама не сижу просто так в интернете. Не хочу, чтобы вы сидели. То есть это, конечно, ваше дело сидеть или не сидеть. Но тем не менее, от вас, как говорится, не убудется. Сходите, поинтересуйтесь. Сегодня, кстати говоря, будет вебинар по поводу двух профессий на YouTube. Менеджер и продюсер YouTube канала. Очень даже интересно. Я вчера на вебинаре выступала. Мне понравилось. Так что, девочки и мальчики, ссылочку смотрите в описании под видео, в закрепленном комментарии. И всем пока!